девочки, быстро. Ну еще кто-нибудь может подойти, Япономат? Скажем, а быстро, они сидят. Иди! Ну, нарушений, как я понимаю, немного даже, если так сказать, практически, они есть. Практически нет. Да. Вот трудно, тяжело, а люди все равно за Единую Россию не проголосовали. Вот людей нет, а бюллетени есть. Только так закидывают, без остановки. Уже минут 10. Но есть еще одна составляющая. Вот я думаю, что это связано с растущей политической зрелостью людей наших. Судя по всему, вот люди видят желание и стремление ведущей политической силы страны, работающей и так широко представленной в парламенте, добиваться положительных результатов. Видят это стремление и доверяют вот этому желанию работать и приносить пользу стране.